Добрый день. Мы с вами не так давно встречались по поводу расширения сотрудничества на морском шельфе по производству, по добыче нефти. У вас очень хороший проект, большой проект с «Газпромом». Собственно говоря, с «Газпромом» несколько направлений работы и научно-техническое сотрудничество, но добычной актив очень большой, мирового значения, по которому пока не принято окончательное решение, но нам нужно двигаться активно. We have a very good project, a huge project. This gas farm, and this is a multifaceted project that includes also scientific and technical cooperation. This is a project of world scale. Unfortunately, no final decision is taken, but we should move forward. И мне кажется, у нас есть все шансы начать это движение. And we think that we have all the chances to start our movement ahead. Причем можно сделать определенные шаги уже в ближайшее время, надеюсь, и на экономическом форуме в Петербурге, по которому пока не принято. Stockpond is a pioneering project, the first of its kind in a very, very harsh environment. Несмотря на то, что первый проект, который начался, был в очень-очень сложных условиях. It's a big opportunity, but also many challenges that we have to solve on the way. Для нас это большая возможность, но одновременно мы должны будем справиться на пути с большим количеством проблем. Газпром and Statoil are well aligned on the development concept. Газпром очень хорошо настроен на то, чтобы развивать дальше нашу концепцию. With a focus on LNG. И мы сейчас настраиваемся на жидкий природный газ. Where Russian gas can penetrate the global market. Российский газ может проникнуть на глобальный рынок. We're working very hard to optimize the development concept and have a good dialogue with Gazprom on that. So we're working very hard towards the meeting in St. Petersburg, and we're making progress.